Сегодня дерево – наиболее популярный и востребованный материал для загородного строительства в России. Из дерева строят загородные коттеджи, дачные дома, бани, беседки, а также изготавливают элементы фасадов домов. Такая популярность легко объяснима. Дерево доступно по цене, обладает отличными эксплуатационными характеристиками и является самым экологичным строительным материалом. Деревянные дома отличаются высокой комфортностью и неповторимым внешним видом. Однако основным недостатком дерева является его низкая устойчивость к биологическим и атмосферным воздействиям. Мы решили узнать, как надолго сохранить красивый внешний и внутренний вид дома у специалистов, которые уже не первый год работают с надежной системой защиты древесины «Цобель». В системе лакокрасочных материалов «Цобель» есть два финишных продукта – атмосфероустойчивый лак и краска «Декотек» на водной основе. Они прекрасно подходят как для внутренней, так и для внешней отделки деревянных домов. Лак Декотек предназначен для прозрачной отделки. Он отлично имитирует тона ценных пород древесины и при этом не скрывает красоту структуры дерева. В отличие от лака, краска Декотек предназначена для непрозрачной отделки деревянных домов. Палитра укрывных цветов насчитывает более 2000 оттенков по каталогам RAL и NCS. Такое разнообразие позволяет воплощать оригинальные дизайнерские решения. Поставщиком немецких материалов «Цобель» для защиты отделки дерева в России и странах СНГ является компания ТБМ. Покраска деревянного дома начинается с тщательной кропотливой работы по подготовке поверхности. Для того, чтобы сделать древесину гладкой, повысить сцепление древесины с краской, мы используем шлифовку. В зависимости от состояния дерева используется крупное или мелкое зерно на сдачной бумаге. После шлифовки следует тщательно очистить поверхность от пыли при помощи пылесоса или щетки. После этого мы наносим защитную пропитку Protex-100, которая, глубоко проникая в структуру дерева, обеспечивает надежную защиту от синевы, плесени и гнили. Для наружных работ используется Protex-100, для внутренних работ в доме используют состав Protex-245. Данная балка уже обработана этим составом. Антисептики глубоко проникают в структуру дерева, обеспечивая длительную надежную защиту. Антисептики легко наносятся кистью или валиком. После высыхания пропитки наносим первый слой краски. Очень важно наносить краску сверху вниз, прокрашивая каждый венец от начала и до конца, не допуская подтеков и перехлестов. Торцы древесины обладают высокой впитывающей способностью. После высыхания первого слоя краски мы наносим специальный герметик на водной основе, который закупоривает поры дерева и не позволяет влаге проникать внутрь. Перед нанесением второго слоя краски следует подготовить поверхность, убрав ворс и шероховатости при помощи абразивной губки. Красить можно при температуре выше плюс 10 градусов и влажности воздуха не менее 40%. Также следует учитывать влажность древесины. Сразу после постройки можно красить только дома из высушенного дерева, например, клееного бруса. Финишный лак и краска Декотек создает надежную защиту древесины от влаги и ультрафиолета и обеспечивает паропроницаемость дома. Теперь дождь ему не страшен. Дом покрашен и выглядит великолепно. При соблюдении оригинальной технологии, разработанной компанией «Цобель», покраска сохранит свой внешний вид до 12 лет. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will
Компания Goodwood занимается проектированием, производством и строительством деревянных домов из клееного бруса. Для своих домов мы выбираем только лучшие материалы. К ним относятся и системы отделки дерева Цобель, которую нам поставляет компания ТБМ. Все материалы Цобель практически не пахнут, не растрескаются, быстро сохнут и, самое главное, на долгие годы защищают деревянную поверхность от неблагоприятных воздействий. Компания ТБМ обеспечивает все необходимые условия сохранения высокого качества краски Цобель, а именно, осуществляет прямые поставки из Германии на собственный склад, соблюдает все необходимые условия транспортировки и хранения, использует современное оборудование для колеровки. Опытные консультанты ТБМ помогут подобрать нужный оттенок из большого числа стандартных цветов или найдут для вас индивидуальные решения. Они подробно расскажут о технологии покраски. Нам важно, чтобы наши оптовые покупатели смогли работать с качественными и современными материалами, а частные клиенты нашли оптимальное решение для покраски своего загородного дома. Всем этим требованиям идеально отвечают материалы немецкой фирмы Цобель, с которой компания ТБМ плодотворно сотрудничает уже почти 10 лет. Широкая сеть филиалов, оптовой продажи и розничный интернет-магазин компании ТБМ делают краску Цобель доступной на всей территории России. Забрать заказ вы можете самостоятельно или воспользоваться услугой доставки. Если знакомые или клиенты меня спрашивают, какую краску выбрать для деревянного дома, я им советую только Цобель.